нормально, более чем нормально. Я думаю, отлично сыграли. Первый тайм начали так себе, ну, по многим причинам. Не буду их упоминать больше, все об этом знают, людей не хватало. Во втором тайме мы вышли опять десятером, но это на матче не сказалось. Нам помог наш любимый незаменимый Мамука, конечно, который после стольких лет пришел и показал, что старая гвардия никогда не старая. Есть еще порох в пороховницах. Во второй тайм мы вообще отлично сыграли, с 3-0, как мы проигрывали в первом, вернулись на 3-3 и могли даже выиграть этот матч 9-10. Я думаю, мы сыграли чисто на духе, волевая такая хорошая игра получилась. Жаль, что мы проиграли, но все равно в душе я чувствую, что мы сделали все возможное. Спасибо ребятам. Спасибо. Отличная игра, мне понравились, как все играли. Пропустили, жалко, но могли выиграть. И все-таки это первое место. Они, наверное, победят, но мы играли очень достойно. В общем, когда мы забили третий гол и стало 3-3, я реально офигел. Я уже отправился получать красную карточку, но я понял, надо сдерживать себя. Пытаться играть, ну я доволен, как мы сыграли, хоть и проиграли. Как минимум, история классная получилась. Вот, так что вспомни будет, что... Ну что, ребята, сыграли сегодня здесь с человеком, подвели некоторые ребята, мы пришли, проиграли первый тайм 3-0, ну, второй тайм начался, короче. 3-3, 4-3 сыграли, 4-4, ну, проиграли, ну, играли очень хорошо. Я очень рад, что вот так жилка у нас, хотя бы убили много минусов, но все нормально, спасибо всем ребятам, спасибо. Проиграли? Мы чувствуем себя как победители, потому что духом сильны и никогда не сдаемся. Второй раз мы победим и уничтожим. Тебе разбили нос, поедешь на Украину без носа. Травма це таке, це справа, це футбол, це буває. Ну, хочу сказати, поговорю, що дуже досить цікава гра була. Навіть з тими людьми, що нас були, ми могли добитися позитивного результату. Нічого, ну, чуть-чуть правильно треба було грамотніше, так, тактично зіграти. Ну, нічого страшного, так, досить помакало, досить була цікава гра. Мені сподобалось. Подякую всім хлопцям, що сьогодні грали і достойно виступили. Дякую. Today we play with 9 people, so I think we play really good. Unfortunately, we lose, but the first half we're losing 4-0. And after that, we got 4-4. Then, unfortunately, we lose, but I think we play really good. It was a really fun game to play. It was really nice. I think we played come together really good. So it was really nice Sunday to play football. Thank you. Tivemos bom jogo. Tivemos que jogar no sacrifício, porque tivemos que jogar o tempo todo com a menos. Mas mesmo assim, não conseguimos a vitória, mas tentaremos no próximo jogo. Хочу поблагодарить ребят за хорошую игру. Действительно, вот такие матчи, когда проигрываешь, даже не обидно, что проиграешь и не нервничаешь. Единственное, что не обидно, что по моим ошибкам дурным 3 гола последние были. Я знаю, что все говорят, да, но я чувствую свою вину. Но все равно ребята молодцы, девятером, десятером играли супер. Это хотели сделать подарок Владу на день рождения, победу, ну, извини, Влад, все равно игра была даже лучше, чем победа. Так что от имени всей команды поздравляю Влада с днем рождения, желаю тебе самого хорошего, счастья и здоровья в первую очередь. И мы сейчас увидимся. Здоровья, удачи. Спасибо. Привет. Всем привет. А ну говори, почему он не пришел? Привет. Спал, блин, весь день. Да, блин, он это спит. Тебе? Это тебе? О, спасибо. Это тебе.